так записывает, окей. Шел день второй, и я никак не смог поймать Рона. Я подумал, а может быть попробовать поймать Месси? Ну, сейчас попробуем. И перед началом данного видеоролика подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пока я собираю награды. Вот, у вас остается несколько секунд, чтобы подписаться. Поэтому считаем. Раз, два, 101, 102, 103, 1 миллион раз, 1 миллион два, 1 миллион три, 1 миллион четыре. Бесконечность раз, бесконечность 2х. А, все, подписались? Окей, погнали. Переходим в контракты и сейчас точно записываю, да, окей. Постараемся выловить нашего любимого Месси. Перед началом посмотрим, кто нам доступен. Это кто ты? Семедо. Ну, вместо Дани Алвеса пойдет, в принципе. Далее Де Йонг. У меня вот как раз ЦП очень много. А нет, кстати, ЦПЗ тоже нужен. Пике мне не нужен. У меня есть центральные защитники. Дембеле нужен, окей. Если выпадет, то это будет неплохо. Далее вот Видали. Либо тоже это Арту тоже подойдет. Если Терштеген, то это вообще будет круто. Если Месси, то это будет вообще офигенно. Также хочется посмотреть шанс выпадения золотого мяча, и он равен 100%. Поэтому я, кстати, никогда еще не открывал паки вот так. Сейчас смотрите. И, кстати, если бы я донатил, то это бы стоило 225 рублей. Как? Вот. Это целых почти 4 доллара. Ну, в общем, поехали. Ну, если не Месси, то кто, как говорится. О! И я сейчас слышу каталонский гимн. Но это не Месси, да? Та-та-тан. Это Де Йонг. Это Де Йонг. Барселона, то-то. Окей, это Фрэнки Де Йонг. Поехали дальше. Осталось два пака и, скорее всего, ну еще раз говорю, если не Месси, то кто? Очень круто, что пес сделал так, что когда ты открываешь паки, там тебе еще и гимн клуба поет. Так, это Видаль. Окей. Ну, хороший полузащитник. И складывается мнение, то, что, скорее всего, я не поймаю Месси. Поехали. Последний шанс. Так, опять Испания, Каталония. И это не Месси. Так, скипнем. И это Нельсон Семедо. Окей, будет место Дани Алвеса. И так как наш видеоролик называется... Я не знаю, как он будет называться, скорее всего, типа в поисках Месси или что-то типа такого. Поэтому сейчас я заменю крутыми парнями. Ты был очень крутым, но Де Йонг будет круче. Да. Вместо Дани Алвеса. Незаменимых ребят, конечно же, не бывает. Окей. И... Ты был очень крут, но этот чел намного круче. Окей, пьем чай с лимоном. И имбирем. И постараемся выловить еще раз Месси. А вы спросите, как? У тебя есть дополнительные паки? Серьезно? Да. Если что, вы не знали, да, у меня есть сильвербол. И я сейчас через сильвербол постараюсь выловить. Итак, это Италия. Не Месси, да. Так,
Второй сильвербол. Вот сейчас точно Месси будет. Инфосотка. Я уверен. О, Настасич в серебряном паке. Отлично. Конечно же, не сам Месси, но все же. Золотой. Что же это будет сейчас? Я надеюсь, это Россия. Россия. Подождите. Акинфеев. Да. Ебой. What's up, nigga? Так, я сказал нига. Ой, YouTube, извини. Вот, все, я теперь понимаю, кто будет охранять наши ворота. И вы такие спрашиваете. Типа, Руслан, ты... Ты же не поймал Месси. И что ты будешь делать? Все, слил видос. А я вам скажу, что нет, потому что есть еще потм-паки. Я так понимаю, потм это типа команды недели. И здесь я тоже постараюсь что-то выловить. Поехали. Я надеюсь, чай с лимоном мне поможет в этом. Так, поехали. Нет, это уже не Месси. Уже не Месси. Кто ты? Милан. Кто это? Кто ты? Мартинес, центральный нападающий. Серьезно, 89? Ну-ка, давайте посмотрим его характеристики. Люблю смотреть на скорость. Скорость у него 87. Но наш Андерсон... Кстати, если вы не смотрели видос про двойника шведского Дзюбы и японского Месси, то зайдите на канал, посмотрите. Было прикольно. Итак, у нас еще два пака. Нам выпал в тот раз неплохой вариант. Я надеюсь, что нам выпадет опять Мартинес. Да. Итак, шел день бесконечный. Я не верил, но я скипнул. И мне выпал Дели Алли. Окей. Но так как у меня есть цапники, ОЦП, сорян. Но мне нужен был как раз таки цапник. То добро пожаловать в команду. И вы меня опять спросите. Ты же не поймал Месси. Все. И что ты делать будешь теперь? Ты же сказал, что поймал Месси в паке. Где наш Месси? А я вам скажу, у меня есть еще одна возможность открыть вот этот пак, только один. Поехали. Это... Опять Италия. Это зала... Ой. Что? Кто это? Роналду, что ли? Фу, блин, ну нафига ты мне? У меня уже есть ты. Улучшенная версия. 88. Зачем ты мне? Так. И два... Да, ну, возможно, вот ты будешь неплох, но у меня есть левый защитник, поэтому, ну, зачем ты мне? Да, зачем ты мне? А Келлини у меня уже есть. Окей, давайте еще один. Нет, серьезно, давайте еще один. Поехали. Фух, что-то я волнуюсь. Но это будет последний точно. Если не поймам, ну, извините уж. Что это? Что это? Это Россия опять? Это Россия? Кто ты? Так, это... А почему там была Россия и типа Боруссия? Я-то думал, это какой-нибудь Дзюба там. А это какие-то бичи. Вот ты кто такой? Из Ревил... Из Ре... Фу, блин. Из Ревил... Риверплейта. Кто ты? Вот это кто? Ты кто, волосатик? У меня уже есть СЗ. Зачем ты мне? Вот... Как твое имя? Дэвид Луиз? Не знаю. Вот Дзюбу знаю. Дэвида Луиза нет. А ты кто? Вот фамилия твоя, боец. Тиаго. Ну, что ты... Ну, конечно, не Дзюба. Да, конечно, не Дзюба. Неплохо. Пойдет. Пойдет. Но Дзюбу не выловили. Я не понимаю, почему там была Россия, но выпал... Совершенно другой игрок. Ладно, уговорили, откроем третий пак, но это точно последний. Потому что монеты как бы... Да, не хочется терять. Поехали!
Опять Италия. Только не Келлини. Воу-воу-воу! Честный, да? А там кто еще? Ну, я, кажется, знаю, кого я буду сливать Игорю Акинфееву. Да. Нет, конечно же, я честно ставлю. Ладно, азарт берет свое, я уже не буду ничего открывать. Вот, все. Ребят, с вами был... Ну, в принципе, если у меня еще остается 6 паков, ну, из 6 паков вряд ли мне выпадет Месси. Поэтому, ребят, ну, как бы, ну... Потом Месси, окей? Мне вот только интересно, что... А, нет, кстати... тут еще есть шанс, чтобы выпал Месси, потому что дубликаты здесь не выпадают. Окей, у меня еще есть шанс поймать Месси, но это уже в следующем видеоролике. Если он по лайкам, по просмотрам зайдет, то я сделаю видеоролик, где я буду еще раз пытаться поймать Месси и потрачу все свои монеты. Все, ребят, всем пока.